Было еще светло, когда два офицера Фокс и Марк Милвард прибыли на предполагаемое место инцидента. Милвард направился к подозреваемому. Полицейский поинтересовался у него, если он не вступал в контакт с кем-то из хозяевов припаркованных автомобилей перед полицейской станцией, отдельно указав на марку Toyota, человека, звонившего в 911. Фокс кричит: «Эй!» Когда Милвард оборачивается, видно, как подозреваемый Тран направляет пистолет на офицера и делает как минимум один выстрел. Милвард падает на землю в этот момент, слышно еще несколько выстрелов. Позвонив и отправив текстовое сообщение своей матери и другу, женщина позвонила в 911, сказав диспетчеру, что она напугана и планирует остановиться перед штаб-квартирой полицейского управления Ла Хабра на улице Евклид. Следователи установили, что Тран произвел два выстрела в Милварда, один из которых, согласно письму, пробил его бронежилет и попал в грудь. Позднее Милвард оправился от травмы. Согласно письму, Фокс произвел пять выстрелов в Трана, один из которых попал ему в голову. Правоохранительные органы обеспечивают полицейское управление Ла Хабры, в котором в 2008 году работало около 70 сотрудников. С 2004 по 2008 год они занимали третье место по количеству стрельбы с участием офицеров среди 20 муниципальных полицейских управлений округа Ориндж. Hey, get him, let's get him out.